Сегодня мы старую дверь убираем. Разрезали пену. Вот. Теперь мы ее просто, получается, выталкиваем. Снимаем. Вот и все, сняли дверь. Наша старая китайская дверь. Мы купили новую дверь. Будем устанавливать новую дверь. Сейчас будем чистить сначала от пены. Ровно стенки. Будем ставить дверь. Вот китайская дверь, видите, у нее даже проем маленький. Объем, да, тоже. Здесь дверь. Вот, сейчас мы посмотрим здесь. Наша дверь какая. Видите, толщина. Сразу разрушаем. Вот дверь поставили. Сейчас мы будем ее на дюбеля сажать. Вот поставили, пока еще не зацепили. У нас, видите, внутри полиуретан. Это пенопласт обычный, оказывается. Сейчас мы будем ее закреплять. Размер у нас подошел стандартный. 900 на 2 метра. Сейчас мы будем делать дверь. Ручку делаем на двери. Края мы нацепили вот здесь вот ватой. Видно, нет. Стекловатую цеплили и поставили коробку. Сейчас будем чипинить. Сейчас ручку делаем, чтобы потом на дюбеля посадить нашу дверь. Вот он замок делает, поставил сердцевину.